Депутатский корпус во главе с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским, а также представителями общественной организации «Белая Русь» и спонсорами посетили Центр коррекционного развития «Тонус», чтобы поздравить особенных деток с наступающим волшебным праздником – Новым годом. Эта акция предполагает встречу старших товарищей, взрослых людей с детьми. Для чего? Для того, чтобы им подарить минуты радости, уделить внимание, понапутствовать, пожелать здоровья. И вот мы сегодня целенаправленно выбрали именно реабилитационный центр «Тонус». Знаем, что здесь в настоящее время проходят лечение и реабилитацию не только дети города Бреста, но и дети со всей области. Среди подарков от депутатов и спонсоров – новое коррекционно-развивающее оборудование. Специальные игровые конструкции, интерактивные коврики, игрушки помогут маленьким подопечным центра учиться, развиваться и преодолевать трудности. Сегодня вместе с своими коллегами, конечно, мы не могли остаться в стороне, решили поприсутствовать. Остались благодарны тому, что нас пригласили. Сегодня мы принесли эти замечательные подарки. И, конечно, видим ту радость и то счастье в глазах детей, которое передается нам. И на сегодняшний день это очень важно, очень динамично в рамках нашей социальной политики, нашего государства. Конечно, бизнес не может оставаться в стороне. И все возможности, которые на сегодняшний день мы имеем, мы отдаем вот на такие программы. Вы знаете, на сегодняшний день, так как это центр специфический, там подарены те образцы оборудования, которые к нам обратились именно врачи, и они способствуют той, скажем так, координации детей, которая им на сегодняшний день нужна. В этот день сотрудники Центра коррекционного развития сменили белые халаты на необычные карнавальные костюмы и устроили для своих подопечных сказочное представление. И, конечно, не обошлось и без сладких подарков. Новый год, время дарить подарков. Пришли мы сегодня поздравить наших деток. От себя лично, как от депутата и от нашего коллектива, берестейского пекаря, наши кондитера, особенно в это время, с особым энтузиазмом, с особой любовью делают свое дело. Вот, и сегодня я привез сладкие подарки, поздравить наших деток с этим прекрасным праздником, пожелать им крепкого-крепкого здоровья и побольше улыбок. Сегодня городской властью делается все, чтобы помочь каждому ребенку успешно интегрироваться в общество и осуществить свои мечты. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.